Дисклеймер. Я никак пытаюсь защитить гитару, и я вообще отношусь к этой ситуации нейтрально. Многие глядят на ситуацию так. Посмотрев ролик, к примеру, какого-то Эйрели или того же Лимерика, считают то, что Guitar Hero Styles какой-то педофил, то, что он во всем виноват, и то, что он плохой. Но в этом ролике я немного открою вам глаза на ситуацию и сразу скажу то, что вся информация взята от поста Эрогеймера. Ссылку на его канал я оставлю в описании. Кому интересно, можете почитать этот пост. Ну, приступим. Некоторые, конечно, об этом не знали, но у гитары имеются психологические проблемы. При этом это и замечали его также друзья, но он это игнорировал. У него проблемы с самооценкой, контролем гнева, лицемерием и другими. Также он об этом сообщал на стримах, при этом говоря, какой он бедный и так далее. И при этом гитара резал руку еще 2 недели назад, говоря контекстом суицида. На этом пункте я не буду долго задерживаться, просто вынесу комментарий, то что в Испании очень популярно жаловаться на домогательства, которых может быть даже и не было, или они преувеличивают. И можно сделать небольшое такое предположение, то что пост преувеличен немного. Но это, конечно, не 100%, это просто предположение. На этом пункте я тоже не буду долго задерживаться, я просто вынесу свой комментарий насчет хейта. Просто многие не разобрались в ситуации, посмотрев ролик какого-то Эйрели, сделали сами себе вывод, пошли в комментарии, начали его хейтить, ставить дизлайки, при этом ставить человека под угрозу суицида, так как у него с психикой не все нормально, и то, что смотря на какой хейт, он может покончить с собой. При этом, когда он резал свою руку под контекстом суицида из-за тех проблем, а смотря какие у него проблемы свалились на данный момент, то это может тоже сподвигнуть на суицид. Гитара из-за психологических проблем просто не мог себя контролировать, и такое сотворял со своей бывшей девушкой. И, конечно, это предположение тоже можно вынести, и оно вполне вероятное из-за прошлых моих комментариев. Конечно, гитара поступила очень некрасиво, но сваливать на него весь хейт, причем под угрозу суицида, смотря на его проблемы и проблемы, которые на него свалились, это тоже не очень. Повторюсь, я никак не защищаю гитару, просто этим роликом я хотел вам показать ситуацию более обширно, так как у гитары были психологические проблемы, и он просто не мог себя контролировать. И после этого ролика, думаю, для вас эта ситуация стала иной. И не спешите меня хейтить то, что я распространяю дисинфу. Он сам на стримах говорил о своих психологических проблемах. Так что не спешите меня хейтить. И всем спасибо огромное за просмотр. Всем удачи и пока.